На днях сотрудниками Ленинского райотдела были задержаны грабители, которые промышляли воровством мобильных телефонов и кошельков. Подробности у нашего корреспондента. Начало ноября для сотрудников Ленинского райотдела милиции выдалось горячим. В районе было зафиксировано сразу несколько фактов грабежа. В большинстве случаев жертвами становились женщины. Грабители отбирали у них телефоны и деньги. В ходе отработки по вышеуказанным грабежам была получена информация о том, что к вышеуказанным преступлениям причастны лица кавказской национальности. После этого были задержаны 3 выходца с Кавказа. Задержаны на данный момент в порядке статьи 115. Решается вопрос об их аресте. Как выяснилось, подозреваемые в грабежах, все 3 ранее уже были осуждены за совершение подобных правонарушений. Милиционеры подозревают, что задержанные причастны и к другим преступлениям, совершенным на территории Запорожья. Просьба лиц, которые смогут опознать вышеуказанных граждан, обращаться по телефону 239-40-16, либо по телефону 102. Относительно подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия или угрозы его применения».